чи свого не дозволяють? Без свого? Да, що таке крейкнуться. Сами споем. Не оркестр. Оркестр уже ждет, там дальше уже. Ну, я думаю, что во время прям заходит и уже. Вот тут танцевать будут на площадке. А, я думала, просто уже играть. Там дальше. Это все как-то очень скучно. Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Клянусь! Стремиться к победе в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Уважаемые участники,
вечера жители проходят сюда. Владивосток, 12 часов, 6 минут, на 7 путь. Я, наверное, просто пройдусь и покажу, что происходит. Народу много, особо снимать, ну, не получается. Она по деревцу посидит. Мерч какой-то продается. Юная армия. Там впереди. Тут очередь, прям очередь, чтобы посмотреть. Тут особо невозможно снимать. Пойдем дальше. Ты не Мне кажется, это то же самое, что приходил поезд, ну вот, про Сирию, вот этот вот, с Сирией связано. Пока очень.
Опять вагон, связанный с юной армией. Вот тут флаги. Наверное, я туда заходить не буду. Народу много, снимать невозможно. Ну что-то какой-то вагон опять с юной армией связанный. Опять там вижу фотографии всякие разные. Здесь столы со всяким огнестрельным оружием, ну, со всяким оружием, короче, столы. Опять всякие эти футболки. Здесь какая-то очередь. Thank you.
Полезешь туда? Пойдемте в тень. Что ты ходишь и раздеваешься? Смысла особого заходить в вагоны я не вижу, потому что там фотографии какие-то, наверное, огнестрельные, ну, в смысле, оружие какое-то, скорее всего. Ну, это интересно для детей. Ну вот что там, фотографии какие-то стенды, наверное, с оружием или с чем-то. Вот. Но того вагона, который я хотел увидеть, я что-то не наблюдаю. С обстановкой Великой Отечественной войны. Может, я что-то пропустил. Дети там по вагонам лазят, а родители им орут. Слезай. Пройду еще раз до конца перрона. Посмотрим, может, там какой-нибудь концерт. Что там? Сейчас загляну. А там вообще какая-то... Там вообще какая-то больничка. Сидит доктор какой-то коронавирусный. Это вот только снимаешь, что ли? Идем дальше. Везде очередь. Там он, в той части вагона, сидит какой-то доктор. Ну, походу, связан с коронавирусом. Что-то. Везде стоят очереди. Военная техника, танки стоят. Ну вот еще раз пройду в конец перрона. Может, там что-то интересное увидим. Просто вам показываю обстановку. Просто общий план. Военные стоят в камуфляжах. Даже девушки. Вот красотки у нас.
в армии тоже есть. Не знаю. Связисты. Ну, здесь я уже был. Там чего-то с юной армией связано. Вагон. Я не потеряюсь, а на нем. Я сюда заходил, кажется, или нет, сюда я не заходил. Надо будет. Положи. Вот с этим ничего себе! Там автомат. Пулемет тяжелее, чем ребенок. Ну и ты тоже. А папаня одевает на своего пацана здоровую пушку. Ну вот техника из Сирии. Там впереди какая-то музыка звучит. Что здесь? Я здесь был, не был, не знаю. Давайте зайдем. А, ну это мерч там продается юной армии. Ничего особого.